Всем привет! Привез сегодня первый уголек. Цена угля у нас 3700 рублей за тонну. Первая тонна тут. Вот. Беру, как всегда, сеянный орех, но здесь он крупный. Но мне не страшно, для меня даже лучше. Без пыли уголек. Бетономешалку брал. Не обновление. Все, котел больше не топлю. Уголь купил. Собрал электрокотел. Разгонялся. Так. Через 8 минут будет час. За час он набрал 46 градусов. Он мне на 4 киловатта. Самодельный. Провода просто трогаем. Вот так вот все это дело теперь выглядит. Хотел сперва врезку переделать, а потом думал, зачем эту систему сливать? Я же с руками. Еще для меня нет сложности двухплоскостной гайцы сводить. Он тут вниз, в сторону, вверх. Два отводика, это все. У меня в маленьком доме стоял котел. Вот этот. Раньше он грел 36 квадратов. Ну, там его было с запасом. А здесь как бы нет. Ну, на первый этаж он температуру поднимает. После 40 стал поднимать медленней. Пока что 46,2. На улице не холодно. Сейчас покажу погодку на улице. Просто в розетку. Он 4-киловаттный. А здесь термо. Реле стоит на 60. Можно поставить меньше. О, выключился. Так, ух ты. Ладно. Пока включено, пускай будет. Там погрешность большая. Главное, греет. А здесь получается... Что за капли грязь? А подачу, получается, закрыл, чтобы большой котел не греть, потому что ну, тут 110 литров только в котле. Его нагреть можно использовать как теплоаккумулятор. Ну, один этаж, там 70 квадратов с копейками. Сейчас тепло его хватает. Там вот гайка мне капала маленько, подтянул, но вроде перестала. Хотя фиг его знает. Там резинка старания не перестала. Надо закрыть, слить резинки, поменять. Мне где-то были. Нет, так купить. Вот, получается, у меня открытый только один контур первого этажа. Маленький дом, гараж, второй этаж, косвенник, все закрыто. Ну, сейчас котел затоплю, чуть попозже. Время у нас полшестого уже. Сейчас покажу погоду на улице. У нас жара. Ну, сегодня потеплее, вчера прям холодно было, руки мерзли. Сегодня жара, цвет. Сегодня заморозок, вчера был минус 2. Ну, цветы некоторые остались еще живые. Тут 12, надо термометр на улице поменять. И там еще один есть старенький. Да, барбос? Поздоровайся, красавица. Так, на улице у нас жара сегодня, плюс 11. Вот так вот. Тестирую пока котел. Посмотрим. Чтобы был как бы резерв. Коротенький ролик. Всем тепла. Всем пока. Переходите на Дзен. На YouTube ролик будет входить нерегулярно. А может вообще выходить не будет, не знаю пока. А на Дзен стабильно все выходит у меня. Всем пока. Ссылку в описании добавлю на Дзен-канал, потому как многим сложно зайти в описании канала, там все есть.